Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами мира. Буддийская притча, она называется «Забирайте свое себе». Однажды Будда проходил со своими учениками мимо деревни, в которой жили противники буддистов. Жители деревни выскочили из домов, окружили Будду и учеников и начали их оскорблять. Ученики тоже начали распаляться и готовы были дать отпор, однако присутствие Будды действовало успокаивающе. Но слова Будды привели в замешательство и жителей деревни, и учеников. Будда повернулся к ученикам и сказал: «Вы разочаровали меня. Эти люди делают свое дело. Они разгневаны. Им кажется, что я враг их религии, их моральных ценностей. Эти люди оскорбляют меня, и это естественно. Но почему вы сердитесь? Почему вы позволили этим людям манипулировать вами? Вы сейчас зависите от них. Разве вы не свободны?» Жители деревни не ожидали такой реакции. Они были озадачены и притихли. В наступившей тишине Будда повернулся к ним: «Вы все сказали? Если вы не все сказали, у вас еще будет возможность высказать мне все, что вы думаете, когда мы будем возвращаться». Люди из деревни были в полном недоумении. Они спросили: «Но мы же оскорбляли тебя, почему же ты не сердишься на нас? Вы свободные люди, и то, что вы сделали, ваше право. Я на это не реагирую. Я тоже свободный человек. Ничто не может заставить меня реагировать, и никто не может влиять на меня и манипулировать мною. Я хозяин своих проявлений. Мои поступки вытекают из моего внутреннего состояния. А теперь я хотел бы задать вам вопрос, который касается вас. Жители деревни рядом с вашей приветствовали меня. Они принесли с собой фрукты, цветы и сладости. Я сказал им: спасибо, но мы уже позавтракали. Заберите эти фрукты с моим благословением себе. Мы не можем нести их с собой. Мы не носим с собой пищу. А теперь я спрашиваю у вас, что они должны сделать с тем, что я не принял и вернул им назад?» Один человек из толпы сказал: «Наверное, они забрали это домой, а дома раздали фрукты и сладости своим детям, своим семьям». Будда улыбнулся: «Что же будете делать вы со своими оскорблениями и проклятиями? Я не принимаю их. Если я отказываюсь от тех фруктов и сладостей, они должны забрать их обратно. Что можете сделать вы? Я отвергаю ваши оскорбления. Так что и вы уносите свой груз по домам и делайте с ним все, что хотите». Вот такая буддийская притча, она называется «Забирайте свое себе». Пока-пока, до свидания.